Форекстрим представляет чудо китайского автопрома. Самые маленькие, самые компактные, автомобильные, двухстрочные, двухдиапазонные рации. Для того, чтобы вы видели их размер, мы рядом помещаем Baofeng UV-5R, который каждый из вас, но один раз держал в руках. Итак, две одинаковые модели. Zestone MP300, Qterra KT8920. Меню одинаковое, корпус одинаковый, функционал одинаковый. У нас есть подозрение, что они собираются на одном заводе. Мы не нашли разницу в работе радиостанции, несмотря на то, что Qterra дороже. Вторая партия радиостанции. Уже обновленная 8920, называется 8920R. И Baojai BG218. Понятно, что Baojai не имеет никакого отношения к этому заводу. Значит, в данной модели в ряд выставили кнопки, убрали большой волкодер, меню осталось тем же. Но уже установили вентилятор обдува. Так же самое, как в Baojai. Baojai немножко интереснее по меню. Вместо волкодеров имеет джойстик, так называемый, которым вы производите управление. Первый раз немного трудно, но со временем привыкаешь. Выбирать вам. Все радиостанции достойны того, чтобы вы их установили в свой автомобиль.